Сегодня день планетариев. Россия отмечает этот праздник наравне с Америкой и Японией с 1996 года. Так решили ученые на проходившем в Москве совещании по проблемам астрономии. В Риотове к глобальным астрономическим проблемам относятся нейтрально. Личные важнее. Но все же на звезды посматривают, особенно когда небо чистое и безоблачное. Что говорят нам звезды, узнавали сегодня наши корреспонденты в традиционном по четвергам философском опросе. Что нам звезды говорят? Ничего хорошего. А что поконкретнее? Вы же видите, в Киргизии началось, и до нас дойдет, если так правительство себя будет вести с президентом. Но все равно надеемся на хорошее. Звезды? Наверное, это зависит от нашего настроения. По-разному бывает. Иногда могут красивые вещи говорить, а иногда молчат. Что говорят? Что все прекрасно. Весна наступает. Не особо ничего. Ну, о многом вообще-то, ну ладно, в следующий раз. Звезды говорят, что все будет отлично, особенно если падает звезда, а вообще прекрасно. Тогда загадываешь желание, оно обязательно сбывается. Молчат, а что они должны говорить? Какие звезды? Ну, на небе которые. Все будет хорошо. Как расположен мир наш? Как вообще, что предвещает нам? И что предвещает? Ну, вроде бы весну, наконец-то. Пойдет, снег, может быть, перестанет уже, все будет расцветать.